Хей, йога, сумешники, мы продолжаем проходить игру под названием Секира. Я такой смотрю, классно. А как я ее не заметил? Ребят, как я ее не заметил? Почему? Почему мой взор отвлекла эта слеза за 180? Интересно, вы заметили или нет? Сейчас покажу то, что я заметил. Да. Купить предмет. Семечко. Тут было семечко. Классно. Окей. Ок. Ты стоишь, косарь. Ой, не то. Купить предмет. Тыквы, семечки, дам. Хорошо, у нас плюс семечко. Дальше. Бац. Короче, будем, наверное, инвестировать все денежки, которые мы будем находить, да, и вообще. В кошельки. Чтобы не терять денежку. Ладно, поехали. Давайте, наверное, отправимся, знаете, куда? Переместиться. Ну, понятное дело, что мы сюда сейчас еще отправимся. Поместье Хитара мне нужно. И бамбуковая роща мне нужна. Где еще что было? Подожди. Что, где еще было? Не помню уже, ладно. Сейчас сделаем довольно быструю работеночку. Так, там я не помню. Перечим сюда. Прыгаем в воду. Блин, я посмотрел, что там еще как-то можно на это нырять под воду. Походу, у меня этого еще нету способности. Нет у меня способности нырять под воду. Так, вот здесь вот есть такое еще вот место. Ух, чуть не грохнулся. Так, окей. Окей. И тут ниндзя, который меня постоянно атаковал, нет, сраку. До свидания. Вау. Поехали. Тихо. Пускай он уходит. А чё мне урон нанесся? Пускай уходит. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. А почему ты такой жесткий?
А почему ты такой жесткий? Ой, он меня убил. Вот-вот-вот, вот эта херня, помните, да? Две серии назад где-то, да, это было? Угу. Когда мы с ним дрались, да. А я помню, да. Было такое, да, было. Я точно помню. Минус торговец. Классненько. Классно живем. А можно ли как-то сделать, чтобы он за мной не шел? Мне аж интересно, на самом деле. Вау, вау, вау. Так, давай, слушай, я просто от тебя убегу. Вот так вот. Он меня потерял? Не, он меня ни хера не потерял. Прикиньте, он меня потерял. Ты шо, лох? Ты чё, лох? Окей. Убит. Изи. 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 Так, вот это вот мне интересно, что это хотя бы. А, его поставить нельзя, хорошо. Нужно к этому пойти, резчику, походу. Так, а теперь отсюда нужно убираться. Здесь больше, кажется, ничего нету. А, то есть я даже от падения получаю урон. Тихо, тихо, ты куда? Ладно, вот, знаете, вот самое прикольное. Мы его смогли отвлечь, чтобы в конце грохнуть. Ой-ой-ой, тихо. Так, хорошо, поехали. Отдохнем и отправляемся. Перемещаемся теперь мы с вами в замок. И нам нужен замок Осина, именно мост. Что здесь мы делаем? Здесь мы с вами сейчас поможем мужику. Да. Поможем мужичку. Для этого мы будем изучать уже новую часть локации, которую мы не исследовали еще. Да, да. А у крысы, скорее всего, соломленная шляпа, это которая вот внизу находится. Хотя фиг его знает. Сейчас я одну вещь сделаю, попробую. Попытаюсь.
Попытаемся. Что нужно замудрить? Первое. Подслушать нужно чуваков, которые вы помните, вот там сидят. Ой, да, конечно же, помните. Да-да-да. А, они типа мне не хотят давать мне свою мокроту, да? То есть, только одна дала, и все. Бац. Опа, ключик. Можете спросить, а чего это ключик? Я скажу, от врат. Врат, где святилище. От каких, которые вот там он находится. Где, помните, я дом вам говорил, там что дом светится. Там, кажется, что-то есть. Да, там есть. Да, туда только еще дойти нужно. Но сначала мы выполним то, что мне нужно здесь. Во-первых, нужно вернуться. Далее. Я не знаю, почему именно в этом месте у меня все фризит. Так, пробежать сюда. Блин, нужно будет все-таки вернуться и этот улучшить. Фляжки. Так, раз, ворон. Сейчас чисто пронесло. Там вот эта херовина лазит. Как я помню. Чёртов ворон. Который меня... чекал. А где он стоит? Я что, не понял? А где ворон? Куда делся ворон? Хм. То он есть, то его нет. Ладненько. Куда я хоть упал? Да я вообще падаю. Вон он. И кто-то там летает, я не знаю, на воздушном шарике. Как мне так? Не-не-не, кстати, мне нужно спуститься. Так, подождите. Точно? Да, души, смотрите, они все-таки добавляются мне сюда. Всех филинов нужно поубивать, чтобы они мне не мешали. Так, там соломленная шляпа. Надо смотреть, чтобы они в других местах здесь не сидели. Так, плюс левел. Вот там я точно помню, был один. Вот там наверху тварь. А, да, там туда и забраться можно.
Да, и оказывается, забраться можно. Так, глиняный кусок. Давайте туда попытаюсь забраться. Кто? Кто меня видит? Какой умный. Так, дрожим. И все, он запускает мне сюрикены. Он там еще плюс не один. Ё-моё, хорошо, что я все-таки туда не полез. Так, спрыгнуть. Мне, короче, вниз нужно зачистить. Этим мы и займемся в этой серии. Поэтому спрыгнемся вниз. Ну, зачистить называется зачистить, ребята, не то, что меня грохнут и все. Ой. Так, здесь у нас просто падение. Хорошо. Здесь у нас. Так, какой-то тупик. Так, соломленная шляпа. Мужик с шрубайкой. Вот это самые такие типчики. Не сказать, что опасные, но неприятные. Хорошо. Даже очень хорошо. Ну, видите, у меня хорошо, что теперь стойкость, и типа я могу только разбирать их. Тихо, не фризь. Это куда я пришел? Это к мосту вернулся. Ага. Ой, тихо. Так, там их четверо. Четыре пацаненка. Здесь я чуть-чуть и чуть бы не сдох. Так, где мой приятель? Здесь? Эй, ты тут? Привет. Вы настоящий друг, я вас в долгу. Вот, так и быть обещаны, держите. Записка про сигналы дыма. Записка о дымовом сигнале. Полуночники синоби клана Осина. Над крышами замка Осина клубятся бледные розовые столбы дыма. Это сигналы, по которым ориентируются полуночники. Лишь воины клана с серыми перьями могут идти по такому следу.
До встречи. Может, когда-нибудь еще свидимся. До свидимся. Так, а теперь мне нужно как-то, чтобы меня те, да, заметили? Чтобы меня заметили те. Либо можно сделать таким... В таком образе. Оп. Валим. И одного я точно должен приманить. Из этих голубей. Будем называть его их голубями. Нет? Приманил? Вот черт. Нет! Фух, я чуть не грохнулся. Ладно. Пронесло. Так, но у меня все равно хилок осталось немного. Уа! Я думаю, в чем херня? Теперь я понял, в чем херня. Теперь я все понял, в чем херня. Я думал, там просто челик сидит, типа его повесили, а нихера, это они еще и летают. Благодаря этому. Так, сколько у меня денег? Ой, тереть так не хочется это все. Сейчас можно типа спрыгнуть, открыть ворота. Или открою их. Так, мне нужно точно понять, что да как. Опа. Опа. И все. И все. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. А, теперь возвращаться. Это фляги юзать. Чёртовы падения. Как он меня заметил? Ой-ой-ой-ой, вот это опасно, они вдвоем уходят теперь.
Ладно, один забежал. Ах ты ж, ё-моё! Я понял, понял. Я ошибался. Ну что это за фризы, скажите? Зачем так сложно? Ну, почему ты не цепляешь? В чем причина? Как мне крюк улучшить? Пипец. Просто крышесносный уровень какой-то. Как? Кто меня вообще заметил хотя бы? Так, у меня один этот остался. Отхил. Давайте осторожно делать. Ля. Ну, я понял. Чувствую, я уже не вернусь. А денег у меня много. Вот денежки жалко. Очень жалко. Чё робить? Чё робить? Что будем делать? Кэп. Кэп, кэп, кэп. У нас про... А, тут можно выбраться. Все отлично. Тогда что мы делаем? Проверяем, что здесь. А здесь у нас падение вниз. А здесь у нас водичка. Сходить, сохраниться. Или вода. Ну зачем фризить? Так, смотрим. Воу, воу, воу. Опа! Тихо, я понял. А можно запрыгнуть? Рыбки. А теперь понять, где я нахожусь и как отсюда выбраться. Опа, я кое-что нашел. Опа, я кое-что нашел. Как мы это сейчас все дело проворачиваем? Заводим их сюда. Thank you.
Но он уже меня потеряет все равно, ведь так? А эти я не думаю, что на меня нападут. Ой, тихо. Мои руки. Ладно, пускай теряет. Дойдем до сохранялки, пойдем дальше. Я не знаю, где я, куда я попал. Но у меня хилок нету. Сука. Бедные мои руки. Ладно. Соли, говоришь, недостаточно? Да, господин. Конечно, мы расходуем ее на поготову. Но еще мы на той ранее рано чище, так знаешь, сколько это. Да, господин, поэтому столько людей и заражается на поле боя. Поэтому, значит, надо кое-что разобрать соли. Кошелек. Плюс левел ап. Это годно. Это вкусно, это годно. Только понять, где бы еще я. Просто понимаю, что эта локация довольно большая. Так, отдохнуть. Переместиться. Где я? Старая могила. Вот где. Ага, тахероны все еще там ходят. Бам-бам. Стоять. Давайте, наверное, переместимся. Важное место. Разрушенный храм. О, сейчас, короче, тыковку улучшим. По идее, должен торговец был приехать, вот тот, которому мы договорились, ну, которому помогли. И отдадим как раз кус этот, кровь. Образец крови. Так, торговец. Где торговец? Привет, привет. Что там мне в храм никто ничего не ложит? Это плохо. О, привет. А, это же вы. Спасибо вам еще раз за то, что выручили меня тогда. Я пока что побуду здесь. Нужно как-то утрясти все, что я узнал. И, кстати, если что, я всегда готов иметь с вами дело. Интересуете? Интересует? Давай поговорим. А, так вам нужны товары, а не информация. У меня все в руках липнет. Я сам не замечаю, как запасы набираются. Я надел иметь дело с подношением и мертвым. Я ушел от ваших братьев. Но как увижу труп, ну просто не могу его обобрать. Сегодня ваше, завтра наше. Верно ведь? Окей, давай купим предметики. Божественная капля крови. Редчайший предмет, оставленный одним из божественных наследников. С помощью этой капли можно немного повысить свою способность к воскрешению, либо, если у вас есть нуль исцеления, вернуть жизни так силу тем, кто был ее лишен. В этом случае каплю можно подносить идолу речика. Все более драконьи потери так исцеляются. Хорошо. Типа можно это купить. И семечко. Семечко 2000. Так, давайте думать. Не, стоять.
Давай продать 2000. Ага. О, ну как раз, смотрите. Отмена. Бац, 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 бац. Ну и горшочков давайте продадим на 45. Все ровно. Купить предметы. Семечком. Изи, у нас 2 семечка. Это значит плюс 2 уровня для нашей хилочки. I'm glad. Так, отдать семечко. Да. Отдать семечко. Да. Да. Дайте образец зараженной крови. У меня есть образец. Образец крови? Позвольте взглянуть. Цвет очень похож на то, что у крови резчика. И видно небольшое загрязнение. Ну, что это? У тебя достаточно образцов? Думаю, да. С вашего позволения, я должен изучать драконью поветрие. А, думаю, что следующий наш... Так, собственно, я к этому уверена. Окей. До свидания. Что такое? Показать протез, установить. Так, у нас есть 2 протеза. Туман. Давай, ворон. И тарты. Теперь. Усиление. Что где нужно? В первую очередь здесь нужно 200, да? В кошельке у меня есть 600. Давайте я, наверное, петарду улучшу. Хотя и здесь нормально что-то. Да-да. Сейчас будем делать все. Так. Еще раз, подожди, сколько там? 5. Ладно. Это я просто перемещаюсь в ту локацию, да, получается? Или что делает он? Тотем этот. Что-то грузится. Ага. Короче, это чисто, чтобы попасть сюда. Нам еще что нужно, блин, я думаю, где научиться плавать, потому что там есть вон там, где островки, да, где камешки. Урном. И помните, нам чели говорят, типа, приноси мне чешуйку, и это будет зашибись. Вот теперь нам нужно чешуйку искать. Поэтому я отдохну. У нас теперь 5 с вами флях. Так, и. Следующая серия, я там подумаю, что сделай. Мне нужно убить одного из копеносцев. Нам нужно вернуться, где вот эти крыши. А на крышах там проход где-то был, я видел. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. А у нас еще плюс 2 босса. Это безголовый какой-то там в темноте был. И был у нас типа призрака. Поэтому как-то так. Всем пока.